Великому и знаменитому художнику Венеции Тициану Вичеллио однажды заказали картину как подарок для невесты. Автор никак не назвал свое полотно, так как и не представлял, что создает один из величайших холстов художественного искусства. Через несколько лет, когда картина была выкуплена, то ей дали название «Любовь небесная» и «Любовь земная». Предполагается, что картина была заказана Николу Аурелию, секретарем Совета Десяти Венецианской Республики, в честь его свадьбы с молодой вдовой Лаурой Богородто. Возможно, на картине изображена сама невеста, одетая в белое, сидящая рядом с Купидоном в сопровождении богини Венеры. Косвенным фактом, подтверждающим личность заказчика, является наличие герба Николу Аурелию на передней стенке изображенного на картине саркофага. Свадьба праздновалась в Венеции 17 мая 1514 года, а картина, скорее всего, была свадебным подарком невесте. На картине у колодца изображены две прекрасные девушки. Одна очень красиво одета. На ней шикарное белое платье с красными рукавами, золотистые пышные волосы, чистая белая кожа. На противоположной стороне, ничуть не уступая в красоте первой девушки, сидит совершенно голая женщина. Только красивая атласная ткань немного прикрывает самые интимные участки. Ее форма и тело просто идеальны. Кожа чистая, волосы золотистого цвета, длинные и шелковистые. По всей видимости, это богиня красоты. Она спустилась к земной красавице для важного разговора. Богиня ей что-то рассказывает, а девушка внимательно слушает и размышляет. На заднем фоне уже видны сумерки. Солнце скрылось за тучами, и только линия оранжевого цвета украшает небо. За колодцем играет водой маленький купидончик. Возможно, он спустился с богиней, а возможно, сопровождал влюбленную девушку. По-видимому, это невеста, которой и предназначалась картина. Автор сравнил ее с богиней и показал, что и земные женщины очень красивы и привлекательны. Картина была приобретена кардиналом Шипионе Боргезе, племянником папы Павла V, крупным коллекционером и меценатом в 1608 году, вместе с 61 картиной из собрания кардинала Паоло Эмилио Сфундрато при посредничестве казначея кардинала Паловичини. Ныне она хранится вместе с другими произведениями искусства в собрании семьи Боргезе в галерее Боргезе в Риме.
Название картины впервые записано в 1693 году, когда она была указана в описи как «Божественная любовь» и «Светская любовь». В каталогах галереи Боргезе разных лет у картины были различные названия. «Красота приукрашенная и непреукрашенная», «Три типа любви», «Божественная и светская женщины» и, в конце концов, «Любовь небесная и любовь земная». В 1899 году финансовый магнат Ротшильд сделал предложение купить полотно за огромную сумму – 4 миллиона лир, но оно было отклонено. Эта картина занимает важное место и в прошлом, и в нашем времени, и относится к лучшим картинам автора. Даже критики восхищаются ею.